Здравствуйте. Хочу рассказать вам о таких емкостях, которые я увидела на канале одной женщины, по-моему, с Урала. Вот берется картон. Вот видите, картон. Обыкновенный картон упаковочный. Берется рукав пленки для теплицы. Вот. Чем тоньше, тем лучше. Завязывается узликом. Вот. С двух сторон обматывается и завязывается. Выкапывается немного ямы для армирования. Вот яма у нас. И ставится туда. Это очень большой куб. Вот моя рука. Диаметр где-то так метр. И очень много воды туда наливается. Пережил зиму удачно. Ничего с пленкой не сделалось. Немножко подмерзло, но ничего. За зиму еще и снега нападало. Вышла такая вода отстойная, теплая водичка. А вот маленькая емкость, тоже такая же. Тоже картонная упаковка, по-моему, от компьютера. Но здесь взят мешок для квашения капусты. Завернуто. И вот так вышла водичка такая. Очень удобно. Советую всем. Спасибо за внимание.